В Санкт-Петербурге продолжается международный экономический форум. Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в совещании, которое провел помощник президента России Игорь Левитин с иранской делегацией. На этой встрече глава нашего региона Дмитрий Азаров представил концепцию создания портово-логистического хаба в Самарской области. Иранцы заинтересовались этим проектом. Губернатор отметил, что ранее концепция по созданию портового хаба была представлена президенту Владимиру Путину. Сейчас идет ее проработка с правительством страны. Делегация Самарской области, которую возглавляет губернатор Дмитрий Азаров, на Петербургском форуме заключила более десятка соглашений о сотрудничестве с разными компаниями. Еще около 4 миллиардов инвестиций принесет Самарской области строительство комплекса по снижению природного газа. Работы планируют завершить к концу 2026 года. Соответствующее соглашение подписано главой региона Дмитрием Азаровым с руководством компании «Газпром СПГ Технологии». Комплекс появится в Сызранском районе. Он позволит снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, поскольку сжиженный природный газ – более экологически чистый вид топлива. Кроме того, это даст району десятки новых рабочих мест. «АвтоВАЗ» в связи с наращиванием объемов производства активно набирает персонал. Десятки вакансий, разные участки работы, заработная плата по ряду позиций более 60 тысяч рублей. Также напомним, что с 1 июля «АвтоЗавод» проведет индексацию тарифных ставок и окладов на 9%. Специальные предложения для учащихся колледжей, техникумов и вузов плюс 10 тысяч рублей ежемесячных зарплате, 30 тысяч рублей подъемные для работников Ферони и ряд других предложений. Лучшие в отрасли социальные пакеты и гарантии. Звоните 64 64 64, отдел кадров, Южное шоссе 36, кабинет 119. Ученые разрабатывают способ зарядки смартфонов без розеток. Сейчас идет работа над созданием инновационной пленки, которая сможет заряжать смартфоны без подключения к розетке или внешнему аккумулятору. Уже получены первые опытные образцы. Пленка будет перерабатывать тепло человеческого тела в электроэнергию. Выработка тока происходит за счет разницы температур тела и окружающей среды. Поэтические строки на фоне волжских пейзажей. Дом ученых ТГУ провел традиционный литературный пикник. Великая русская река объединила студентов и ученых университета. Яна Серко расскажет подробнее. Великая, красивая наша Волга. Она – символ огромных просторов страны, символ свободы и силы. Для писателей, поэтов, художников, композиторов река была и остается музой. Стихотворения, песни, картины – и везде в центре она – удивительное и могущественное. Прочитать стихи о Волге, стоя на берегу самой реки, невероятные эмоции, говорят студенты ТГУ. Для меня это было крайне увлекательное мероприятие. Кроме того, я потренировалась в выразительном чтении стихотворений, так это еще и выездное мероприятие. И мы насладились красотами Волги, читая не только стихотворения, но и глядя на все это вживую. Для ученых Государственного института «Волга» – предмет интересных научных исследований. Различными данными и фактами они поделились со студентами вуза. В середине 19 века появляется новая тема Волги. Волга – трудовая река. Волга – бурлацкая. Когда-то здесь, на берегу Волги, была открыта земская больница. Как жили врачи и чем они прославились на всю страну, рассказала исследовательница Нелла Лобанова. На мой взгляд, краеведение, история – это одна из важных составляющих воспитательного процесса. И знание истории своего города, своего края, оно обязывает к тому, чтобы воспитывать патриотизм у молодежи. Вскоре на месте земской больницы появился Воскресенский мужской монастырь, по которому для студентов и представителей Дома ученых ТГУ была проведена экскурсия. Зданием более 100 лет, но многие из них сохранились до нынешних дней. Вот это здание практически полностью оно внутри. То есть обшито уже современными материалами, а бревна, полы, они тоже закрыты уже сверху современными материалами. И так они сохранились. Недалеко от мужского монастыря есть еще одно красивое место – яхт-клуб «Дружба» со своей набережной и маяком. О создании этого места студентам и ученым рассказал яхтсмен с 25-летним стажем Владимир Полиенко. Здесь уникальная
есть лодка, она до сих пор как музейный экспонат. Дом ученых – это большое сообщество преподавателей, аспирантов, студентов, научной и творческой интеллигенции. Все они ежедневно трудятся, чтобы показать, что жизнь ученых – это не только статьи и конференции. Это насыщенная яркими событиями жизнь.